Хочу также еще сказать, мы вступили в вот этот коридор затмений, в перезагрузку. Это, так сказать, коридорчик, который подводит нас к следующему году, к тому, как мы в него войдем. И, соответственно, эта перезагрузка, она предлагает вам выбрать, осознанно выбрать, чем вы хотите загрузиться. Я также напоминаю, что мы прошли марафон очищения. Марафон очищения у нас был в ноябре, вот на новолуние. 5 дней, 5 вечеров мы на самом деле теоретически, практически и с прозвучкой чистились. Сейчас этот марафон уже сложен. Спасибо Лиза, она его сложила, выставила на сайт. Вы его можете купить. Кто не успел его пройти с нами в группе, в группу уже больше никого не беру и не включаю, потому что в этой группе мы уже будем скоро проводить на зимнее солнцестояние 5 вечеров марафон наполнения. Я акцентирую, это еще не намерение, это ваше осознанное наполнение энергиями, которые вы для себя выберете. И помните, кто смотрит регулярно, я говорила, что у нас была неделя сбор информации, потом духовное возрождение. То есть мы собираем пока информацию, мы пока ее собираем, но мы ее еще не наполняем. И вот как раз на зимнее солнцестояние, тогда, когда солнечный свет опять изменится, когда у нас будут, ну так сказать, новые частоты в этих солнечных лучах, вот тогда мы будем наполняться. И эти частоты, новые частоты, станут тем самым фильтром, что мы внутри себя размещаем, какой энергией наполняемся. Потому что делает человек? Он очистился, потом пошел туда же, там же набрался всего, что в него загрузилось. Он никогда не выбирал это идейно и осознанно. Так вот, марафон наполнения, он как раз для того, чтобы загрузить себя осознанными энергиями высокочастотного и наилучшего света, для наилучших опытов. И что я хочу сказать, что мы будем работать 5 вечеров, это послойно. Это будет дух, душа, ментал, эмоциональное тело и физическое тело. То есть мы будем проводить свой дух в свою материю. И только потом это все можно будет программировать и выставлять, прописывать туда намерения. А пока у нас идет марафон наполнения. На сайте все ссылки есть, в Фейсбуке все ссылки есть. Так что, пожалуйста, подключайтесь, если с вами это срезонировало.